в настоящее время в соответствии с требованиями главного санитарного врача вы обязаны работать до 12 ночи. После вы не имеете права работать. Во избежание распространения коронавирусной инфекции мобильные группы города Темиртау перешли в усиленный режим. Ежедневно полицейские, волонтеры, общественные деятели и государственные служащие проводят информационно-разъяснительную работу с сотрудниками малого и среднего бизнеса. Мы призываем жителей и субъектов предпринимательства в целях их же безопасности строго соблюдать действующие ограничения. Важно своевременно проводить дезинфекцию объектов, использовать средства индивидуальной защиты, необходимо носить маски и, конечно же, элементарные правила гигиены и их соблюдение способствуют снижению заболеваемости. Главная задача мобильных групп – еще раз напомнить обо всех правилах карантинного режима. Специалисты раздают брошюры и плакаты, чтобы в действующих заведениях как сотрудники, так и посетители соблюдали санитарные нормы. Сейчас частично работаем. Да. Работает у нас спортзал, работает фитнес-зал, бассейн. Все по нормам, как положено. У нас в комплексе соблюдаются все санитарные нормы. Все в комплексе у нас и посетители, и весь наш персонал одевают обязательно маски, меряется всем температура. К сожалению, по словам специалистов, разного рода нарушения выявляются регулярно. В связи с этим сотрудники мобильных групп призывают горожан ответственно отнестись к выполнению всех ограничительных мер. Кристина Кириченко, Акирке Балкубекова, Сергей Баданин. Новости Темиртау.